Эх, ну ничего не меняется в этом мире. Рисуешь ты цветочки на полях тетради, никого не трогаешь, а вредный одноклассник выхватывает твой карандаш. И ты бросаешься за ним в погоню в надежде, что кто-нибудь остановит его. А в жаркий летний день от огня мандрагоры особенно припекает. Если мандрагорщик не желает охладить свой пыл в одиночестве, можно предложить совместное купание. Ну а что делать, если вы в лесу и вас окружают медведи? Правильно, забраться на дерево и ждать помощи. Но, как там в песне говорится, жаль, подмога не пришла. Зато пришла обезьяна с гранатой. Выполняя сезонное задание в рейдах, не теряйте форму. Займитесь спортом. Ну или паркуром хотя бы. А оставшись в одиночестве против грозного противника, никогда не сдавайтесь. Помните, что ваши союзники верят в вас и поддерживают.